До конца текущего года в городе Самарканде запланировано открытие крупного международного автовокзала, пропускная способность которого будет составлять свыше 100 автобусов, 200 микроавтобусов и 300 легковых автомашин в сутки. Новый автовокзал свяжет Самарканд со всеми регионами Узбекистана. Ожидается, что он будет обслуживать пассажиров, которые планируют посетить соседние страны. Данный участок земли наша компания выкупила на электронном аукционе в четвертом квартале 2021 года. Работы начались в начале минувшего года. Объект строится нашей фирмой ISXF Camping. Здесь будут гипермаркет, торговые точки, помещения техобслуживания транспортных средств. Стоимость проекта в пределах 135 миллиардов сумов. Мы строим многофункциональный автовокзал. Отсюда можно уехать в ближайшие города, удаленные регионы и страны СНГ, например, в Таджикистан, Казахстан, Россию, как на легковых авто, так и автобусах. Объект возводится на территорию Чупан-Аты в городе Самарканде. Он будет включать в себя непосредственно трехэтажное здание автовокзала с магазинами беспошлинной торговли, залом ожидания, кассой, точками общепита, места для парковки пассажирских автобусов, зоны нелинейного маршрутного такси, медпункты, а также объекты социальной сферы. Общая площадь территории комплекса составляет 6 гектаров. В проекте предусмотрено оказание услуг населению. Для приезжающих гостей из соседних областей организовываются комнаты для омовения, чтения молитв, гостиницы, кафе с национальной кухней и другие виды сервиса. Один из главных замыслов проекта – улучшить транспортную обстановку в городе. После завершения всех работ и сдачи в эксплуатацию объекта будут созданы более 1000 рабочих мест, а значит, ровно столько человек трудоустроены. По словам руководства, они планируют построить сеть из 12 автовокзалов по всему Узбекистану. В первую очередь они будут возведены в исторических городах.